Всем привет! Некоторые животные рождаются немного по-другому, чем их обычные сородичи. От четвероногих уток до кошек с двумя головами. Сегодня я расскажу вам про несколько таких случаев, произошедших за последнее время. Кто-то из этих животных умер, не прожив даже и дня, а кто-то живет до сих пор. Тема сегодняшнего выпуска – 10 двухголовых животных. Медуза – это двухголовая поперечно-полосная королевская змея-альбинос из Гондураса. Тодд Рэй, владелец шоу фриков, заплатил за нее 50 тысяч долларов. Несмотря на то, что медуза только 91 сантиметр длиной, она доставляет немало хлопот. Рэй говорит, что должен накормить каждую из голов и мешать им кусать друг друга во время обеда. Это еще один представитель рептилий с двумя головами. Про этих черепах вообще почти ничего не известно. Известно лишь, что девушка пытается их продать, но пока безрезультатно. Наверное, людей пугают такие отклонения. Кошка по кличке Венера буквально взорвала интернет, благодаря своей удивительной двуликой внешности. С технической точки зрения у Венеры лишь одна голова, но ее окрас настолько удивителен, что создается ощущение, что у кошки их две. Венера поистине удивительное создание, чудесная игра природы. Одна половина ее мордочки рыжая, с голубым глазом, а другая чисто черная, с оранжевым глазом. Биологи называют таких химерами, когда в одном организме соединены два и более генетических признака. В одной из лабораторий университета родилась живая огненная саламандра с двумя головами. Ученые затрудняются в точном определении причин этого феномена, но указывают на случайные мутации и загрязнение окружающей среды. Животное свободно двигает обеими головами, однако только одна поедает пищу. Американские рыбаки поймали необычный улов. В сети попала акула-мутант с двумя головами. Исследователи заявили, что сталкиваются с подобным явлением довольно редко и вынесли свой строгий вердикт. Выжить в дикой природе двухголовая акула не смогла бы, теперь она станет достоянием биологического музея. В августе 2014 года на берег в Турции выбросило тело двухголового дельфина. Когда мужчина наткнулся на это существо, он был шокирован увиденным. Сразу после обнаружения его забрали полицейские и отправили в местную лабораторию. Мертвый дельфин был детенышем, возрастом около года, а его длина достигала около 1 метра. У него было две головы, но один хвост. У свиньи по кличке Руди две головы, два пятачка, два уха и три глаза. Средний глаз, расположенный на месте сращивания двух голов, является слепым. Она была куплена у хозяина за 5000 долларов группой по спасению животных. Лишь один из пятачков Руди работал нормально, ей приходилось носить небольшой шлем на случай, если она упадет. Необычный теленок появился на свет в Америке. Он смотрит на мир четырьмя глазами. Пока голова слишком тяжелая для детского тела, и теленок не может стоять на ногах. Хозяйка фермы почти не отходит от малыша, кормит его из бутылочки и не теряет надежды на то, что он окрепнет и сможет сделать первые в своей жизни самостоятельные шаги. В Новой Зеландии родился здоровый ягненок с двумя головами, которые срослись в одну. Джастин Паркер, владелец ягненка, не собирается от него избавляться, поэтому решил сохранить ему жизнь. Барашек абсолютно здоровый и не имеет больше никаких других физических отклонений. У ягненка обе морды срослись так, что по центру оказались два сросшихся глаза, а когда он кушает или пьет воду, оба его языка и обе челюсти двигаются синхронно. Этот кот попал в книгу рекордов Гиннесса как долгожитель среди двуликих котов. Фрэнк и Луи стал настоящей знаменитостью в мире животных. Он дожил до 15-летнего возраста, после чего скончался. Более подробную информацию вы можете узнать в отдельном видео, посвященном Фрэнку и Луи. Ссылка находится в описании. Ну что ж, на этом все. Я буду очень рад, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал. А также я буду рад, если ты посмотришь 5 лайфхаков для торрента и контакта.